Иди сюда. У меня есть для тебя работа. Погоди немного. Короче, инопланетная зараза. Рассчитывать можно только на себя. Кто-нибудь поможет мне с этой дверью? Кто-нибудь помогите мне с этой сраной дверью? Говорю тебе, это не мог быть он. Кто-нибудь поможет мне с этой дверью? Если вам нужны припасы, обращайтесь. Я будто бы в сраный Ирак вернулся. Эти трупы начинают протухать. Чувствуете запах? Нужно сжечь их, прежде чем они начнут привлекать этих тварей. Сделайте мне одолжение. Попробуйте принести немного бензина с автозаправки неподалеку. Да. Ладно, хорошо. Попробуйте найти машину. Тогда вы сможете привезти больше бензина. Этой малышке нужны новые свечи, иначе она никуда не поедет. А жаль, это же не машина, а чистый ад. Эту крошку не удержит даже батальон этих уродов. Так, если сможешь достать мне пару нужных деталей с разбившихся машин в округе, и мы сможем заставить ее заработать, ты сможешь брать эту тачку в любой момент, когда заблагорассудится. Договорились? Конечно. Отлично. Когда найдешь нужные детали, заходи. Ah!
in here? Но это же какой-то бред. Чем раньше. Ого! Отличная работа! Прекрасно! Дайте мне буквально секунду, и она зарычит. Что происходит? Скоро совсем сломается.
Надо открыть. Anything will help. Пожалуйста. Отнеси этот инсулин моему брату Дэнни. Он ему очень нужен. Ты найдешь его в бунгало 14. Пожалуйста. Я готова. Хорошо. Тебе лучше поторопиться. У него почти не осталось времени.
прошу вас! Мне нужна ваша помощь. Ну-ка посмотрим. Ты нашел? Погоди. Ты не мой брат. Это он тебя послал, да? Спасибо. У меня почти ничего нет, но... Вот, возьми это ружье. У меня все равно нет к нему патронов. Ну, а я буду ждать Люка. Может, тут найдется что-то полезное? Пожалуйста. Мой муж. Он истекает кровью. Вы нам поможете? Нам нужна помощь! Подойдите ближе! Я Роджер, братва. А это моя жена, Джесс. Мы мчались как безумные. И тут я заметил эту разбившуюся машину. Надо было проезжать мимо. Но я не смог. Не смог бы проехать и потом спать спокойно. Мы остановились, чтобы посмотреть, что можно сделать. Водитель был в шоке, или что-то вроде, потому что он бросился на нас, как сумасшедший. Мне пришлось убить его. Но это была самооборона. Я защищался.
защищался. Ну ладно, вы должны мне поверить. Но знаете что? Он укусил меня, блин! Вот говно! Кажется, у меня началось то же самое, что у него. Бешенство? Черт его знает. Херня какая-то. Вы можете забрать Джесс отсюда? Если я перестану себя контролировать, то не хочу, Если я перестану себя контролировать, то не хочу, по крайней мере, навредить ей. Все. Эй, спасибо. Отведите ее к маяку. Там должен быть мой брат Джеймс. Он о ней позаботится. Поможете моему мужу! Не может быть! Поверить не могу! Поговорить с Джеймсом. Наверное, он будет рад и удивлен снова видеть.
идите к окну! Эй, вы! Подойдите к двери! Сейчас я вам открою! Давай! Ну-ка посмотрим. Вам нужен бензин. Увы, насосы не работают. Электричества нет, а генератор стоит на складе. Это через дверь, но главный вход туда закрыт. Возможно, туда можно влезть по-другому. Попробуйте через крышу. Идите с заднего двора, чтобы вас не заметили, и возьмите канистры. Когда заберетесь туда, включите генератор и наполните канистры. Мы будем ждать здесь. Сейчас жутко опасно куда-то высовываться. Надо открыть.
Мы очень благодарны вам за все. Мы уж и не знали, увидим ли вас снова. Будьте осторожны. Быстрее! Эти говнюки начинают вонять. Спасибо, этого должно хватить. Кстати, я Майк. Я там тела снаружи в кучу свалил. Пора приступать. Просто мечта. Можешь брать тачку, когда захочешь.